Послушайте, а как вас звали в детстве? Зачем вам? Вот не знаю, как вас называть. Михельсоном надоело, Конрад Карловичем слишком сложно, Ипполит Матвеевичем слишком мрачно. Как же вас звали? Ипа. Киса. Как? Киса. Киса? Конгениально. Так выше голову, киса. Ничего еще не потеряно. Адреса есть. А чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Простое знакомство – раз. Любовная интрига – два. Знакомство со взломом – три. Обман – четыре. Деньги – пять. Последнее самое верное. Денег мало, хотя деньги меня сейчас волнуют меньше всего. Больше всего меня волнует последний стул, исчезнувший за дверьми Октябрьского вокзала. Что ж, на такие шансы ловить можно. Играю 9 против 1.